бедный ребенок. Запрекись, у нас занерфится. А! Вот этот. Как ты? Квер. Пора меня убивать. Вить, тебе машинист 09 передает, ждет на Волжской в 12:00 завтра. А зачем? Возможно, завтра последний день, Витин. По-моему, все, конечное. Больно поехал, Саша. Уже приехал, да? Паша прыгает на коте. Интересно все-таки. А вот завтра кутаем. Дизель-поезд. Сейчас, только не у меня он с тележки сошла за один стрелец. А в смысле? А как у нас поезд проехал? Почему, сказал, что поезд призрак, блядь? Вы это видели? Ребят. Почему? Она не поедет под откос, думаешь? Не поедет. А давайте осторожненько попробуем проехать, может... Блядь, мы не поедем осторожненько. Почему? Потому что Паша. Паша? А, попробуй. Остановите. А можно я завтра вот так вот на Сокольниках сделаю? А, это меды уже бегут, что ли? Так, я попробую сейчас поехать. Во-во-во-во-во, пошло. Так, я разгоняюсь в брюстерка. Трейку проехал. Блин. Все. Так, за нами едет. А, тихо. Да тихо, блин. Блин, Симур, тебя кикнут на... Дарья, все, я пошел. А что с номером? Да тихо. Там Паша едет на двухстороннем движении. Или я его даю. Смотри, сейчас сойду. Нихуя, Влад, тут метеор. Ничего себе, он не шушал даже. Кто это сделал? Угадай страшно. Я у тебя сейчас доступ подберу. Блять, Сим, удали, иначе я тебя кикаю. Уже палец на это. Паша, стой! Секунду, Паш. Секунду. Вы меня видите, смотрите. Паша, нихуя у Паша охуенный прожектор. Паш, поехали. Смотрите на меня. Вот я сел. Нихуя, он просто полетел. Он танцует. Блять, мы едем 80. Я здесь не повстречу. А как вы встали, интересно? Как встали? Мы просто с рельс не сошли. Прекращена работа программы. Меня тоже похоже. Паша пишет, Влад, он за рулем, кот три,
охуел! Пожалуйста, не будет проблем, если бог автоматизировал.